Привет, ребятня! Меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! И новый формат экспресс-разборов вам зашел, спасибо вам огромное. Кто не знает, первый раз на моем канале, вот у меня есть ссылка на первую часть, обязательно посмотри. Суть этого формата в том, что я беру какие-то песни и кусочки и все в одном видео разбираю. И сегодня так совпало, что разбираю опять песни с ТикТока, а именно песню The Weeknd, выходного дня, Blinding Lights. Вы знаете этот кусочек. Потом мы с вами разберем Intelligence август. И напоследок Say So. Но если тебя интересует какая-то конкретная одна песня, то у меня вот есть сейчас тайм-код. Обязательно на него кликай и смотри то, что тебе нужно. Ну а перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор не подписан. Потому что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Тем более ты мне можешь в этом помочь. И нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своей команде. Да, еще такой момент. Все эти песни будут сегодня написаны при помощи табулатуры. Если ты не знаешь, что это такое и тем более как их читать, то у меня есть целое видео на канале. Обязательно его сначала посмотри, а потом возвращайся сюда. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле! Так, сейчас мы с вами разберем песню Blinding Lights нашего любимого выходного. И вот как она играется. Мы будем использовать прием, который называется hammer-on. Он в табах пишется у нас вот такой вот линией. В нашем случае мы будем играть кусочки, где мы играем первый лад и третий на второй струне. Также играть этот прием для начала такие. Все очень просто. Сейчас вам покажу. А тут очень важно. Например, мы если играем первый лад и третий, то есть если бы без этого приема звучало бы так, как бы отдельно два звука, а тут мы его как бы слепляем. Получается, мы делаем один щипок на первый лад, и пока этот звук есть, мы зажимаем третий лад. То есть вот играем первый лад, пока есть звук, зажимаем третий. И получается у нас как бы такое растяжение. То есть в этом приеме очень важно, но можно делать на любой струне, на любом ладу, да? Кому сложно, потренируйтесь отдельно делать этот прием. Можете, в принципе, играть без него. Но это будет, ну такое себе. Тут учить-то нечего, 4 такта. Если еще без приема этого играть, ну, вообще полнейший колхоз. Поэтому лучше выучи, он простой прием, так что будет супер круто, классно. Как я уже сказала, тут играется 4 такта, 2 из которых повторяются. То есть ничего сложного нет. Первый такт. Еще раз. То есть мы зажимаем вторую струну на первом ладу, играем ее два раза, затем играем третью струну на третьем ладу, затем возвращаемся на вторую струну, играем на первом ладу, делаем прием hammer-on на третьем ладу, и затем играем третью струну, сначала открытую ноль, затем зажимаем на третьем ладу. Все вместе. Это так мы повторяем два раза. Дальше мы играем. То есть первую струну зажимаем сначала на первом ладу. Затем вторую струну играем сначала на третьем, потом на первом ладу. И также третью струну на третьем ладу. Все вместе. И возвращаемся потом на вторую струну первого лада. Теперь это все соединим в медленном темпе. Чуть быстрее. Разбор на укулеле. Можете играть этот кусочек с аккордами или просто по табам, но давайте я вам все покажу, сами потом решите, как что будете играть. Есть 4 аккорда. Первый аккорд — аккорд М. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью струну на втором ладу.
Далее мы убираем с этой конструкции третью струну на втором ладу, и получается аккорд фа. Далее у нас есть аккорд А диез, мы сжимаем баре на первом ладу, затем третью струну на втором ладу, и четвертую струну на третьем ладу. Получается. И четвертый аккорд, аккорд А. Зажимаем третью струну на первом ладу, и четвертую струну на втором ладу. Получается ДМ, фа, А диез, ля. Тут на ваше усмотрение, будете играть или нет, но мы играем каждый аккорд на один удар вниз, получается. Из пластмассовых масс я о жизни узнал, море в ванну налил и узнал о любви. Далее у нас уже идет рисунок по табам. У вас может возникнуть проблема играть вот этот момент. То есть вот тут идет 4 тройки. Нужно сыграть быстро. Тут есть несколько вариантов, как это сделать. Или же играть всего лишь 2 раза на третьем ладу первую струну. То есть... Но их играть подлиннее и получится. Получится та-та-та-та-та-та. То есть та-та-та-та-та-та. Играть 2 раза тут та-та. Или же вы можете представить, что вы играете на балалайке. И как сделать? Берем мы с вами указательный палец и будем играть вот именно ногтевой вот этой вот пластинкой. Несколькими вариантами, как кому удобно, сейчас покажу. Можете играть, как будто у вас есть медиатор в руках. Вы когда-нибудь играли в медиатор? Если нет, то можете написать в комментариях, Дарья, там, разбор на медиатор, и я это все сделаю. Можете сделать просто, то есть... Очень важный момент, то есть мы играем не длинные вот эти удары, чтобы задевать следующую струну, так ни в коем случае делать не надо. То есть мы... Все очень близко. На первой струне как бы стачиваем ноготь. Не совсем удачный на самом деле такой прием, потому что у вас и ноготь, и стачивается потом струны, но один раз, в принципе, потерпеть можно. То есть вот такой вот прием есть, можете использовать. Дальше все очень просто. Играем первая струна открытая. Затем играем первую струну на первом ладу. Потом снова открытая. Получается... Далее зажимаем третью струну на втором ладу. Получается. Соединим полностью. Но если вы супер новичок, то играйте всего лишь 2 раза, это третий лад. То есть. Топ профессиональный уже это. И второй такт. Мы играем сначала первую струну открытая. Затем на третьем ладу первая струна. И потом опять 0, 1, 0. Полностью в медленном темпе. Еще раз. Или же. Теперь чуть быстрее. Из пластмассовых масс я о жизни узнал, море в ванну налил и узнал о любви. Разбор на укулеле. Сейчас с вами разберем песню Say So. Даже есть такой танец в ТикТоке под эту песню, самый популярный, могу даже вам сейчас его станцевать. Но для начала выучим мелодию. Мелодия супер простая, играется на 2 струнах, на первой и второй. И все это у нас играется на втором ладу. Первый кусочек играем, первую струну на втором ладу. Затем ее отпускаем и играем просто открытую. Получается 2, 0, 2, 0, 2, 0. Затем 3 раза 0. 1, 2, 3. Затем обратно возвращаем второй лад. Далее уже играем на второй струне второй лад 2 раза. Также потом открытый. Получается. Отлично, второй кусочек. Играем вторую струну на втором ладу. Один раз. Затем первую струну 2 раза открытую. Опять вернулись на вторую струну. Опять первая открытая. Опять вторая струна. Опять открытая.
Ну, то есть тут тын-тын-тын-тын, да, все понятно. Далее два раза вторую струну. Затем первая струна открыта два раза. Затем на первой струне мы зажимаем второй лад. И играем последнюю, это вторая струна, на втором моду. В медленном темпе. Все вместе в медленном темпе. Теперь чуть быстрее. Если тебе понравился этот видос, то не поскупись поставить свой драгоценный лайк, написать в комментариях следующие варианты, на какие песни мне делать разбор. Также не забудь кинуть этот видос своим друзьям, которые обожают сидеть в ТикТоке или любят какую-то конкретную песню из этого разбора. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!